Добрый день. Я сегодня хочу поговорить с вами о лидерстве. Почему лидерство так важно для того, чтобы быть успешным? Ко мне просто сейчас приходит очень много консультантов в структуру, которые говорят: я хочу быть успешным. И на мой вопрос, что тебе может дать Фабурлик, это вопрос успеха. Наверное, успех ассоциируется с самодостаточностью, с самореализацией, с уверенностью в себе. И этого очень состояния не хватает многим. Поэтому я хотела бы с вами поговорить сегодня именно о лидерстве. Насколько лидерство помогает нам в компании Фабурлик построить команду, быть успешным. Начну я с того, что лидеры не рождаются и не делаются кем-либо. Они делают сами себя. Стивен Кови. Я с этим согласна полностью. Я тот лидер, который... Еще 15 лет тому назад даже не подразумевал, что он лидер. Я в сетевом проекте более 15 лет и понимаю, что лидерство – это очень важное, одно из составляющих успехов МЛМ. И в каждом человеке лидерские качества раскрываются в разные периоды в жизни, при разных обстоятельствах, а могут никогда не раскрыться, если вы себе не позволите. Иногда я слышу от моих новичков: быть лидером – это не мое. У меня не получится, я не умею, я не такая. Кто-то ссылается на родителей, меня так воспитали. Сейчас можно говорить о программе, которую заложили нам родители. То есть, ну, я здесь ни при чем. Я выросла в таком социуме, в котором я не могла быть лидером. Джон Маскол говорит, что есть пять параметров, которые влияют на формирование личности. Первое – это генетика, представление о себе, как вы о себе думаете. Ведь люди пойдут только за тем лидером, который считает себя лидером внутри. Люди считывают эту информацию. Как вы себя любите, это насколько вы уверены в себе, насколько вы себя чувствуете успешным. Люди будут об этом думать и считывать. Если вы чего-то достигли уже в этой жизни, вы чувствуете, радуетесь и признаваете свое достижение. Это жизненный опыт, который вы можете получить во время своей жизни. Это жизненные позиции. Такие, знаете, жизненные ценности. Иногда нам наша жизненная позиция мешает добиваться успехов. Например, я так не делаю, я так не говорю, и это не мое. Это все важно. Ну и важно друзья и окружение. Если вы чувствуете, что вы сейчас немножко не в том круге, вы вправе изменить, вы вправе общаться с другими успешными людьми. И не зря же говорят, такая пословица есть: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот видите, 4 пятых, только генетика, это то, что нам заложили родители, то, что мы родились с чем. А все остальное мы можем изменить. Я хочу немножко рассказать о себе. В детстве я была самым скромным ребенком и еще застенчивым. Моя мама работала в детском саду няни, и она приводила меня в садик. Я помню, приведет меня утром, я сажусь на стульчик, завтрак, я опять на стульчик, все дети играют. Мама приходила в обед посмотреть на меня и сидела на том же стульчике. Какие тут утренники, выступления, стихи и все остальное? Я делала все, чтобы меня только не замечали и не видели. А в школе меня сажали за парту с самыми хулиганистыми мальчишками, чтобы я на них влияла. И они вели себя потише. Ну, а дальше моя жизнь была как у всех. Работа, семья, двое детей. Но в 2002 году моя жизнь начала меняться. Я пришла в свой первый сетевой проект, и вначале это было желание только заработать денег на новую куртку и брюки, потому что работая в детском саду в двух ставках, а плюс еще подработки, плюс еще методист в колледже, денег абсолютно не хватало. Я решила: заработаю, оденусь и уйду. Поэтому я никогда не выходила на сцену. На всех мероприятиях сделала на самом последнем ряду, чтобы меня, не дай бог, не спросили и не вызвали на сцену. И если меня вдруг приглашали на сцену, я не могла даже прочитать текст по листочку. У меня настолько тряслись руки, что не могла попасть в строчку.
Но время менялось, я проходила тренинги в городе Омске, позитивного мышления, очень такие длительные тренинги. Я училась в школе ТБС, занималась компанией, была на всех мероприятиях, на которые есть. И на одном из мероприятий во мне щелкнуло. Я сидела рядом с дамами, которые постоянно выходили на сцену, их награждали, их признавали. Я сидела и думала, я же тоже так могу, я хочу так. И у меня появилась очень четкая цель. Знаете, когда мы хотим, у нас правда, когда мы очень хотим, мы четко знаем нашу цель. У меня такое ощущение, что все события жизненные, все нужные люди, нужная информация, она просто как пазл начинает складываться, и к нам все приходит. Конечно, я стала посещать тренинги личностного роста, обучение, мероприятия и общаться с успешными людьми. Я сам, никто не может простроить мою жизнь, никто не может за нее прожить так, как проживу я. И буду я лидером, буду я успешной, зависит только от меня. Ни от кого больше не зависит. И про четкую цель, это тоже прям стопроцентно. Я только что вернулась из Доминикана, поездка для драгоценных директоров компании «Фигурлит». И я увидела настолько там успешных людей, которые очень быстро растут, быстро развиваются, настолько пропиталась и захотела быть как они. Во мне родилась очень четкая цель. Я, знаете, даже медитировала там и новый статус, и что я магнит для моих новых лидеров «Фигурлит». Я проговаривала эту фразу бесконечно. Я просила небо помочь мне понять, какие действия нужно произвести, какую информацию, что я должна делать. И вернувшись в Москву, вы не представляете, ко мне сыпется информация. Я уже открыла Инстаграм, изучаю рекрутинг в Инстаграм, открыла Ютуб, обучаю своих девчонок все, чему я научилась. Открываю сейчас блог, сайт «Воронку» и все простые действия. И ко мне пришли сейчас люди, мои будущие партнеры, они уже консультанты, которые хотят быть успешными. Просто, знаете, какие-то чудеса, которые сейчас случаются в моей жизни. Поэтому поставьте себе цель и идите к ней. Наверное, когда-то в 2004 году со мной тоже случилось одно из чудо. Я хотела быть успешной, и компания доверила мне быть представителем в городе Мурманске. Я прилетела одна в далекий город из Омска, Мурманск, для того, чтобы организовывать бизнес. Как вы думаете, какое я произвела первое впечатление на тех, кто уже там работал? Мне в глаза говорили, вот этот воробушек, эта серая мышка, она ничего здесь не сможет. Я росла вместе с моей командой, читала книги по психологии, меня учила жизнь, обстоятельства, мои консультанты, мое руководство. Я преодолевала трудности. Я делала то, что раньше мне было супер страшно. Я никогда бы это не делала, наверное. Но каждый день мне нужно было это делать. Хотя могла все бросить и вернуться в Омск. Но не тут-то было. Наверное, еще мое внутреннее качество упорства мне помогало. Я поняла, что один в поле не воин. Я не могу быть успешной одна. И я могу быть успешной только в том случае, если успешна моя команда, мои партнеры, мои лидеры. Я поставила себе следующую цель. Мои партнеры, моя команда будет самой успешной. И на всех мероприятиях мои лидеры не сходили со сцены. Мы занимали все первые места, мы забирали все подарки. И мои лидеры менялись на глазах. Они становились уверенными, целеустремленными, амбициозными. Знаете, даже появилось такое выражение у бизнеса. Ко мне приходили мужья, говорили, что, боже, моя жена изменилась. Она сейчас в доме лидер. Я поняла, что быть в одной команде, работать в одной команде, вести за собой сильных, успешных лидеров – это другое искусство, это другая наука, другие навыки. Я опять училась. Я читала книги, посещала тренинги, стала общаться с сильными, успешными людьми, с теми, с которыми раньше доступ для меня был закрыт, я обходила их. Общалась со знаменитостями, вот просто, знаете, прыгала в море, не умея плавать. И сейчас этот процесс моего развития не останавливается, потому что время идет вперед, приходят другие люди, растет команда, и появляются мои новые амбициозные цели,
и я развиваюсь. И сейчас я чувствую, что я лидер. Я бизнес-тренер, потому что без этого никак в нашем бизнесе, никак не вырастить команду. Я коуч, потому что я помогаю своим партнерам изменить себя и достичь своих целей. И при этом я посещаю тренинги, читаю каждый день книги, либо слушаю их аудио, либо смотрю видео по психологии развития личностного роста, по психологии успеха. Я меняюсь. И если бы кто-то из моих знакомых тогда еще, в 2000 каком-то году, в 2090 году, сказал, что я буду лидером большим, что мне будет в команде более 8000 консультантов от Мурманска до Владивостока, плюс еще 8 стран, что я буду на 11 месте по абсолютному приросту в мире с моей командой, что я буду несколько раз признана в мировом сообществе нашей компании, в которой я была первым, что я буду награждена 17 раз поездками в разные страны, ну, что я буду общаться с Ириной Хакамадой, Александром Рапопортом, Александром Селезневым, просто с ними общаться, что буду создавать проекты, организовать мероприятия на 1000 человек, структурные сейчас курсы, освою интернет, создам блог, ну, никогда бы я в жизни не поверила. Но все это реально смогла я, сможете и вы. Лидерство – это то качество, которое можно накачать как мышцу. Меняйте представление о себе, меняйте жизненные позиции, меняйте окружение, и у вас все получится. И сегодня мы с вами немного поговорим о семи качествах лидеров в Уорлик. Что же нужно, как нужно, что тебе нужно, какие качества наработать, развить для того, чтобы быть лидером, быть успешным. Конечно же, это драйв, умение принять решения, уметь мотивировать, уверенность в себе, позитивный настрой, умение обучать и видение. И мы сегодня с вами разберем каждый из этих качеств. Что такое драйв? Драйв – это когда вы настолько вовлечены, что даже иногда не спите ночами. Вам хочется всегда говорить о том, что вы сейчас вовлечены, то, чем вы занимаетесь. Нужно внутренне гореть очень сильным пламенем. Это может быть спичка, которая может зажечь другие спички и может зажечь целый огонь. И здесь очень важно передавать ваше горение, горение своим делом, желание, вовлеченность, любовь к своему делу, передавать другим. Это как эстафета. Я умею, я говорю, я вовлечена, я вовлеку других. Это как ложка в стакане, которая закручивает целый водоворот чая. Если не ложка, то сахар, насыпанный в чай, он не будет сладким. Чай не будет сладким. Поэтому вот здесь вовлекать, создавать водоворот, гореть. Если вы тлеете, то возле вас не вряд ли загорится пламя. Нужно, чтобы к вам пришел сильный лидер, и тогда зажег всех своих. Будьте тем лидером, который зажигает, который горит и передает. Умение принять решение и взять ответственность за результат. Это только вы ответственны за свой собственный результат. Никто, никакие обстоятельства, никакие люди, которые есть. Я все время говорю своим консультантам, которые говорят, да, я на бизнес, я хочу расти, я буду развиваться, и сдаются при первых трудностях, и ждут, когда я их буду уговаривать, когда я буду мотивировать, а я им говорю, с вами или без вас, я построю свой бизнес и закрою новый статус, это моя цель, я к ней иду, хотите, пойдемте вместе. Конечно же, мне очень важно помогать другим людям менять себя, помогать им достичь их успеха, их цели. И это очень важно, когда мы идем с ними в паре. И лидерство – это как раз про то, как мы меняем жизнь других людей, не только свою собственную. И помогаем им. Люди с желанием идут за тем, кто знает, что делать, как делать и когда делать. В любых ситуациях, в любых сложностях, что бы ни произошло, можно обратиться к лидеру, в нашем случае, как правило, это наставник, который расскажет, что, как выбраться из ситуации. Это навигатор, который ведет. И в сложных ситуациях, конечно же, только сильный человек, сильный лидер знает, что сделать и как поступить. Наверное, мы очень часто обращаемся к сильным людям
за помощью. Конечно, очень важно научиться мотивировать себя и научиться мотивировать других. Мотивация, наверное, самая такая сильная штука, потому что если у нас нет собственной самомотивации, мы не сможем замотивировать других, мы не сможем это передать. Самомотивация – это желание добиться собственного успеха. Вторая составляющая – это привычка, которая вырабатывается, это действие, чтобы достичь свою и реализовать свою мечту. И, конечно же, мечта заставляет нас действовать каждый день, выискивать новые способы. Ну, вот здесь я показала две фотографии. Одна из фотографий мы с Мариной Рукавишниковой, с топовым лидером компании «Флораж Хабурлет», когда только что мы перешли, мы пошли на флешмобы, потому что поняли, что здесь нужны другие действия для того, чтобы увеличить компанию, структуру, команду и расти. И вот мы втроем, Татьяна Андреева, Марина Рукавишникова и я, пошли на флешмоб для того, чтобы самим научиться, как это делать, для того, чтобы вести компанию, за собой команду. Второй способ, который появился в моей жизни рекрутинга, это интернет. Я понимала, что мне нужно задавать цель, показывать, куда идти. Для этого я должна научиться сама. Поэтому я теперь осваиваю Инстаграм, блог, Телеграм, ВКонтакте, Ютуб. Это все то, что помогает сейчас рекрутировать. Ну и, конечно же, уверенность в успех. Должна быть настолько сильная лояльность компании. Верить в себя, в компанию, в продукты, в наставника даже бы еще добавила. Что говорит наставник, нужно верить и делать, выполнять то, что он говорит. Это тоже это закон. Есть такая притча, когда наставник спрашивает консультанта, говорит ему, прыгай. Что отвечает консультант? Какой вопрос задает? Он задает один из единственных вопросов. Сколько раз? Вот и все. И когда мы пришли в Хабурлет, я стала слушать вебинары, истории успеха тех людей, которые очень быстро растут в компании «Хабурлет». И поняла, что самым сильным, мощным зарядом дает им их любовь к компании, их вера в компанию. А наша компания нам помогает. Вот настолько это пропитано, и я поняла, что чтобы быть успешной, нужно обязательно верить безоговорочно в компанию. Ведь продукт, конечно же, это отношение к себе. И очень важна жизненная установка. Вот как воробушек, да? Может быть, это его абсолютно первый полет, и он не знает, как летать, он не знает, как раскроются его крылышки, как он полетит. Но у него есть цель – летать. Вот, он уже полетел, он взлетает. Это тоже очень важно, то, что вы верите, как вы дышите. Мне кажется, успех – это как вы живете, это как дышите, как думаете, как делаете. Это вот полностью общая такая взаимосвязанная цепочка. Нельзя выделить что-то новое, что-то другое. Ну и, конечно же, позитивный настрой. Какие у вас мысли, какие у вас действия, какие у вас результаты, это делает абсолютно то же самое и вся ваша команда. Если вы рекрутируете, будет рекрутировать команда. Если вы не рекрутируете, то вы договоритесь с командой, что нужно рекрутировать. Она не будет этого делать. Если вы не продаете, команда не будет продавать. Вы не развиваетесь, команда не будет развиваться. Вы не растете, команда не будет расти. Не ходите на мероприятия, а они не будут. Так что вы выбираете? Расти, развиваться, делайте это, рекрутируйте, тогда за вами подтянется абсолютно вся команда, вся структура. Вы знаете, я в своей команде могу запросто определить консультант, из какой команды, от какого наставника, от какого лидера. Потому что даже фразы повторяются, говорят об одном и том же, думают одинаково. И даже если лидер не знает, что у консультанта находится в глубине, это каким-то образом чудом передается. Те же мысли, тот же настрой и тот же результат. Поэтому хотите быть успешным, будьте им. Будь успешна вся ваша команда. А что же еще важно, чтобы быть успешным, чтобы быть лидером? Лидер – это тот, кто умеет обучать, организовывать, проводить мероприятия. Это планерки, вебинары, чаты, рассылки, встречи, флешмобы, рейтинги. Обязательно это лидерская позиция, это действия лидера. Конечно, очень важно, чтобы было ваше собственное лидерское видение.
Это нужны не просто цели для себя, а цели командные, и нужно задавать направление движения. Это то же самое, что капитан на корабле. Капитан знает цель, знает, куда плывем, что нужно делать, какая скорость, и все функции, все делают то, что матросы, конечно же, этот тон задает капитан. Даже настроение, как говорят, как лодку назовешь, так она и поплывет. Тоже очень важно, зависит от лидера. И задавайте самые дерзкие цели. Не зря же говорят, целься в солнце, попадешь в луну. Ставьте цели чуть больше, чем вы можете, и у вас обязательно все получится. Создавайте перемены, будьте лидером перемен. Нельзя стоять на месте, мир настолько движется, и нужно двигаться вместе с ним. Расширяйте свои возможности. Мы вот опять были, скажу про Доминикана, когда мы были на пляже, пляж очень большой, потому что огромный отель, и пляж примерно, наверное, 1 километр, и вдоль пляжа на море стояло ограничение, чтобы не заплывали в открытый океан, чтобы акулы, наверное, или какие-то другие рыбки не заплывали к нам. И, в принципе, было не очень далеко доплыть, но я не очень хорошо плаваю, я так сама себе научилась. И наши девчонки доплывали, висли на этом ограждении, общались там и разговаривали, а я 3 дня боялась к ним присоединиться. И вот в одно прекрасное утро я доплыла вместе с ними, и вы не представляете мое ощущение. Это граница, которую мы иногда сами себе ставим. Там открылся передо мной совсем другой вид. Мне кажется, даже цвет воды там совсем немножко другой. И ощущение другое. Вот другие горизонты, другие возможности. Поэтому создавайте перемены, прыгайте более в большой горизонты, как рыбка, и ведите за собой еще свою стаю. Что же нужно сделать? Создавать свои чаты, рассылки, как только у вас появляется команда. Помогайте вашим партнерам закрывать новые статусы. Приглашайте команду на все вебинары, на все мероприятия, на все обучения, которые есть. И организуйте собственное мероприятие в своей команде. Ну и то, без чего нельзя, это влюбиться в компанию, влюбиться в продукт. Это очень важно. Ну и чтобы сказать еще больше о лидерстве, о позиции лидерства, наверное, все, что здесь прописано, это абсолютно все. Вот нельзя отсюда убрать какую-то фразу. Все очень важно для того, чтобы быть лидером. Способность организовывать, эффективное взаимодействие в команде, в структуре, потому что приходят абсолютно разные люди. Это развитие подчиненных. Если вы развиваетесь вы, и нужно учиться развивать ваших партнеров. Конечно же, приверженность ценностям компании. Это одно из самых, наверное, важных и сильных качеств. Конечно же, это ориентация достижения результата. Это, конечно же, видеть цель. Это управление, развитие талантов. Каждый люди, которые к вам приходят, каждый человек, он очень талантлив, но у него абсолютно разные таланты. Нужно увидеть эти таланты и стараться их развивать. И лидерство – это не позиция или звание. Это действие и пример. Все в ваших руках. И только вы в силах собрать великую команду для достижения своей великой мечты. Действуйте, развивайтесь, влияйте, достигайте, и у вас обязательно все получится. Лидерство, помните, его можно развить. И лидерство – это путь к успеху. Поэтому давайте будем успешными вместе.